сотни людей с цветами. Так накануне в Тирасполе прощались со Светланой Дитковской. Ей было 15 лет. Света пропала 1 декабря. Спустя неделю, 8 декабря, девушку обнаружили в подвале заброшенного здания у 15-й школы в Тирасполе. Очевидцы говорят, Света была в одежде, но босая. Лежала лицом вниз, накрытая ветками и мусором. Тело со следами насильственной смерти, раны на голове и лице. Это из материалов Следственного комитета. Практически сразу после того, как нашли Свету, появилась ориентировка. Это 17-летний Илья Куценко, подозреваемый. Официальной информации от МВД до сих пор нет. Илья знакомый Светы Дитковской. Они, получается, встречались, но потом они расстались. Причину даже, если честно, не знаю. Она говорит, что они не сложились характерами. А когда они встречались? Когда это было? Это было летом этого года. Расстались они в хороших отношениях, то есть они остались друзьями и даже после этого общались. Илья учится в 11 классе 8 столичной школы. Спортсмен. Участвовал в соревнованиях по дзюдо, занимал места. Он учился в Бендерах, есть кадетская школа. Оттуда я знаю, что они его забрали, потому что произошла какая-то там ситуация, якобы он подрался. Вспыльчивый он вообще? Да нет, вроде спокойно, с моим сыном старшим всегда разговаривал, всегда здрасте, до свидания, говорил, как дела там, Иван, как учишься, это, и как бы нормальный такой адекватный парень был. У него мама хорошая, папа хороший, бабушка с дедушкой вообще замечательные люди, у них адекватная хорошая семья, кстати. Я ничего не могу сказать плохого про их семью. Очень хороший и всегда отзывчивый. Самого парня последний раз видели несколько дней назад. В школе не появлялся, на звонки не отвечает. Мама Ильи написала ему на телефон то, что ты где? Он ответил ей нигде. Она его спрашивает, ты когда будешь дома? Он сказал никогда и все. Вот он пропал, и мы даже не знаем, где он. Мы с ним гуляли, мы с ним хорошо общались, в принципе. Вот нам показалось то, что он очень хороший мальчик. Тем временем в деталях убийства разбирается следствие, проводит экспертизы. Вот мама девушки рассказывает, как видела Свету в последний раз. Это интервью записано еще когда девушку только искали. Я пришла с работы где-то примерно в половине второго дня. Она была уже дома из школы и собиралась куда-то. Я начала ее спрашивать, куда ты собираешься. Ты только пришла, и она немножко плохо себя чувствовала. Она сказала, что уже все хорошо, ей нужно срочно уходить. И в это время ей начали звонить. Она всегда разговаривает на громкой связи. Всегда. Она вышла в прихожую, я сидела в комнате и слышала разговор. Был мужской разговор, который торопил ее. Типа, давай быстрее, у тебя осталось 6 минут, тебя ждут, давай быстрее. Начала все равно ей объяснять, что не нужно никуда ходить, чтобы вовремя вернулась. Она начала кричать, уже прямо истерически плакать, что ее ждут, она спешит, что я ее сбиваю. Она опаздывает из-за меня навстречу. В тот день Света из подъезда выбегала, торопилась, вспоминают друзья. Мы вот тут вот сидели, она пришла, мы ее спрашиваем, ты куда идешь? Она такая, неважно, я приеду, все расскажу. Мы с Викой ее последние видели. Вот. И мы ее спрашиваем, ты куда идешь? Она сказала, неважно, я иду договариваться насчет работы. С кем Света шла договариваться насчет работы? И что за мужчина звонил? Вопрос. Милиция проверила все звонки на ее телефон. Установить личность не удалось, так как мы истребовали звонки, которые поступили на телефон девочки. Там находятся только звонки ее друзей. Мы со всеми уже провели работу, провели беседу, однако никаких результатов мы здесь не получили. Но не стоит исключать такой факт, что это мог быть звонок и на какой-то мессенджер, на Telegram, Viber, Instagram. Последний раз в сети Света была 1 декабря в 19:23. Вот страница ВКонтакте. В последнее время в милицию часто приходит сообщение «пропал ребенок». Только в этом году 73 случая. Поступает сообщение о том, что несовершеннолетний пропал без вести, либо не вернулся вовремя домой. В течение дежурных суток силами сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних следственно-оперативной группы мы устанавливаем их местонахождение. Почти всех, кто пропал в этом году, нашли. Но Света Дитковская из дома не убегала. Как оказалось, спешила туда, где ее ждала гибель. Это вторая тираспольская школа, где училась девушка. Больше девочки нет. Это такой возраст, это цветущий ребенок,
И тут вдруг нет. Ну, понятно, что столько дней поисков, и мысли у людей, и у нас всех были уже разные. Но все равно быть готовым в такой ситуации невозможно. Все равно это страшно, это жутко. Серо-зеленые глаза, макияж, длинные волосы. Когда искали Свету Дедковскую, эта фотография была повсюду. Теперь на ней черная лента. Добрая, дружелюбная. Так о Свете говорят те, кто ее знал. Девочка не конфликтная, были у нее и подружки в классе, ее принимали. То есть могу сказать, что к учителям относилась с уважением. Никаких дерзостей с ее стороны не было. Если школу пропускала, то по уважительной причине. На школьной елке новогодняя игрушка. В прошлом году своими руками ее сделала Светлана. Елочная игрушка из лампочки, декорированная, такая мы, запомнилась она мне, синего цвета, такая, как груша. Ну, она позитивная была очень, всегда. Ну, виделись до 1 декабря, и все. Ну, она нормальная, веселая, никогда не грустила. Такой все запомнят Светлану Дедковскую. Forever 15, ник девушки в Инстаграме. В переводе с английского «навсегда 15». Следствие по уголовному делу по статье «Убийство» продолжается.